Ручна зимова праця в минулому. Вулиці Дніпра відтепер прибиратимуть не люди з лопатами, а спеціальна техніка. Автопарк Дніпра поповнили 9 нових снігоприбиральних машин німецько-американського та білоруського виробництва. Це авто для розчистки тротуарів і трактори для прибирання внутрішньоквартальних доріг. Загальна вартість закупки – близько 14,5 мільйонів гривень. І у міській раді кажуть, що це не останнє надходження спеціальної техніки. Посмотрим, как эта техника себя поведет зимой, какой от нее будет эффект. Если работа техники, в частности там Керхера, будет эффективна, мы планируем на следующий год где-то докупить еще порядка 12 единиц техники, для того, чтобы полностью по территории всего города закрыть проблему проездных тротуаров. Попрошу обратить внимание, техника вся исключительно комбинированная. То есть здесь вы видите, это летний вариант. Это техника как пылесос, она собирает, моет дорогу. И есть две различные варианты, то есть для уборки в зимний период. Но она новая, вы же видите сами. Так что по всем параметрам она лучше. Конечно, будет качественнее. Конечно, намного лучше. Ну, раньше вообще-то мы вручную его все убирали, а сейчас новая техника получишь. И проще будет, и легче.